Самарец Александр Гришин рассказывает, привиться от коронавируса решил, чтобы защитить себя, своих близких и друзей от новой инфекции. Около месяца назад он получил первый компонент вакцины. Сегодня пришел в поликлинику, чтобы завершить процедуру. Многие спрашивали меня, как проходило, что чувствовал. Не знаю, возможно, кто-то и согласится после меня также сделать вакцину. Ничего страшного в этом нет, но каждый делает свой выбор сам. Если есть желание, то почему нет? На сегодняшний день, по данным Министерства здравоохранения региона, первый компонент вакцины в Самарской области получили более 158 тысяч человек. Еще более 109 тысяч завершили вакцинацию. Им вручили специальный прививочный сертификат, в котором проставлены отметки с датами введения обоих компонентов препарата, название лекарства и подпись врача. Вакцинация у нас проходит в учреждении достаточно активно. Те партии вакцин, которые у нас поступают, они в течение 2-3 дней сразу же расходуются. Настрой у людей положительный, люди понимают суть проблемы. И я думаю, что таким способом пандемию удастся победить. Вакцинация в регионе идет полным ходом. Сейчас записаться на прививку можно несколькими способами. Через портал госуслуг, позвонив по номеру телефона поликлиники по месту прописки, или же по номеру горячей линии 122. В области работают 145 прививочных кабинетов. Михаил Ермоленко, События.